Во французской Гвиане стартовала ракета «Ариана 5» со спутниками связи. Задача носителя – вывести их на орбиту. Спутника всего два. Это SkyMaster TM-2, который принадлежит австралийскому оператору National Broadband Network, и GSAT-18, индийской организации космических исследований. Первоначально запуск ракеты запланировали на 4 октября, но старт пришлось перенести. Причина – неблагоприятные погодные условия.